сорт перца Пхут Их Джонах. Это сверхострые сорта перца. Выведен был в Австралии. Срок созревания этого перца до 100 дней. Высота кустика может достигать от 60 до метра. Это очень и очень острый сорт. Острота его составляет от 800 тысяч до 1,5 миллиона скобелей. Это вот такой вот, красавец. Это просто незаменимый для сверхострых соусов. Вот такие вот плодики. Вот они у меня, кустик у меня небольшой. В этом году что-то оно не сильно-то крупные кусты. Вот смотрите, вот такие вот плодики у него. Он может быть, как вытянутой формы. Вот такой вот, так, кубовидный. Красного цвета созревает от зеленого до красного. Вот так выглядит этот перчик в разрезе. У него не очень толстые стенки. Такая вот у него морщинистая структура. Очень острый. Сейчас пробовал. Честно говоря, аж плохо разваливать. Жжение начинается постепенное. Постепенно, потом усиливается, еще усиливается. До сих пор печет. Очень приятный перец. И очень-очень острый. Жжение довольно стойкое. Не такое, к примеру, как Пхут-Джалоки. Пхут-Джалоки — это как своего рода мини-бомба. Мгновенный удар остроты. И также быстро она проходит. Здесь постепенно. И жжет, жжет. Жжение все сильнее и сильнее. Вот такой вот перчик. Этот сорт был выведен при скрещивании Тринидад Маруги Скорпиона и Семпод Джонах. Это сверхострые сорта. Невероятно острый перец. Если вы любите невероятно острые соусы, это как раз то, что вам надо. Это многолетнее растение. Его можно выращивать как в открытом грунте, так можно выращивать в теплицах. Если у вас отапливаем теплицы, можно выращивать много лет. И также можно выращивать на подоконнике. Вот у меня кустик где-то сантиметров 50 в высоту. Вот такой вот кустик. Правда, солнышко плохо видно. Ну, ничего, вот сентябрь месяц. Вот все, кустик у меня отплодоносил полностью. Я уже все собрал. Вот одна перчинка вот осталась. Если ее, конечно, видно, что солнце светит, я ничего не вижу. Вот такая вот перчиночка. Здесь сидят, мешают. Сейчас мы чуть щипнем. И пускай солнышко на него попадает. Вот такой вот красавец. Смотрите. Очень красивый сорт. Невероятно острый. Так что выращивайте у себя такие сорта. Вы сможете сделать суперострые соусы. Всем пока и удачи!